зима окончательно вступила в свои права, и Новый год уже не за горами. Для меня Новый год – это снег, елка, украшенная новогодними игрушками. Это праздничный стол, вокруг которого собираются родственники и близкие друзья. Это звон бокалов шампанского, бой курантов, ну и, конечно же, самое приятное – новогодние подарки. Интересно, а с чем ассоциируется Новый год у жителей города Реутова? Мы провели небольшой опрос. С чем у вас ассоциируется этот праздник вообще? Ну, праздник вообще самый лучший, прекрасный праздник. С мандаринами, конечно. Не знаю, даже сказать не знаю, с чем. Со сказкой, с какой-то мечтой. С праздником. Много веселья, как всегда. С подарками, Новый год, как елка, детство. Это много подарков. И я очень люблю Новый год, потому что Новый год, и все будет к лучшему. С чем-то хорошим, таким необычным, с какими-то переменами, наверное, большими. Прям Новый год, там новая жизнь начинается. Где обычно встречаете Новый год? Дома, в семье. А сейчас как-нибудь уже начали готовиться там, закупать продукты? Да, вот на елку любуюсь. У меня Новый год с подарками, с сыром. Ну, еще с чем? С елкой. С елкой. Ну? С алкогольными напитками разными. Со снегом. Больших количеств. Понятно. А где обычно отмечаете? С друзьями обычно. В кругу семьи. В подвале. В кругу семьи. Ну, дискотека, конечно, елка. А где собираетесь отмечать? С друзьями. На дискотеке, на какой-нибудь. Сначала дома, потом на дискотеку идем. Куда-нибудь гулять. Подарков ждешь к Новому году? А что хотела бы получить? Деда Мороза. Что ждете вообще в Новом году? Снижение цен бы должно быть, по идее. Ну, для семьи жду счастья, конечно, чтобы ничего плохого не случилось в будущем году. Ну, а всем нам, наверное, лучше жизни. Всем нам хочется лучшей жизни, и чтобы все неприятности и разочарования остались за чертой старого года, а Новый год принес с собой что-то новое, светлое и доброе.